Я Саша. И лучше всего у меня получается создавать творческие команды, которые горят своим делом так же, как и я. А еще я люблю бегать. Но, как и у всех, у меня, конечно же, есть отговорки, чтобы перенести тренировку. Ой, у меня же потом еще встреча. Может, сегодня без бега? День был таким долгим. О, вообще нет настроения бежать. Задерживаюсь в офисе. О, уже не успею на тренировку. Вот мои отговорки. Но они не работают. Как и всегда. Ведь когда я бегу, можно ни о чем не думать, кроме как одна нога вперед, потом другая тоже вперед. И этот.